Дорогие зрители, сегодня ночью произошла трагедия. Снова в одной из больниц города Москвы был доставлен в тяжелом состоянии известный российский композитор и музыкант Барри Алибасов. Только несколько дней назад он вышел из больницы и сегодня ночью опять оказался в больнице. Коллеги по работе шоу-бизнеса сообщают о том, что на данный момент Барри Алибасов находится в больнице в тяжелом состоянии. Его сын пока не комментирует данную трагедию. Что же произошло на самом деле с Барри Алибасовым, мы сможем узнать и рассказать вам, друзья, уже завтра рано утром в нашем новом выпуске на нашем канале. Попрошу вашей поддержки, ведь только так мы делаем для вас интересные новости. Не забывайте, что только у нас выходят интересные выпуски. Будьте всегда с нами и до скорых встреч на нашем канале.